Коша, ты шел в Дискорд? И каску приставал. Половина людей еще не в Дискорде, походу, я пока. Линковал? Да. Контрабасики, шаманис, вы здесь, в Дискорде еще? Да, тут. Еще. Блин, у нас паладина вообще не... А нет, один афикашит. Мелиска, ты в Дискорде? Давай паладином зайдем. Да не, мне просто я сказал про палов, потому что они сейчас афикашат, а нам надо бафы. 300 бафы, и все, я обрываюсь. Диск это лучат, да? Да, все почти лучат. А я сегодня кикнул. Добирались лучат, 3 хила. Другие добрали, и он встал и стоит, я его кикнул. Добрали, других убили. Я по товарам раньше закинул. А офнуть-то это нужно люди вообще? Самый главный, кому похуй, связанка, это ты. Про люди что-то там сказал. Ну, офнуть-то люди. Тыкайте носом. Создает впечатление у новоприбывших, что они зайдут. И чё у тебя? И чё у тебя, суслятина? Кукан горит или чё? То, что я тебя кикну. Шестая пати — это как просто, знаешь, как память. Они никогда не зайдут уже. Так я откуда знаю, что ну, просто человек был на замене. И в следующий раз... А, ну видишь, никто не знал, что я тут у меня вылетел. Ну я не знаю, ну сказали завис. Я думал, ну все, вылетел. Взял голову. А когда этот трейд был? Сегодня был, вот сколько там. Так это ж сегодня Суслядинка заходил, как раз говорил, что рейд Войда говно, и он просто туда зашел поиграть, по-моему. Или это не сегодня было? Ну он там, короче, парень, короче, создал ретрика. Вот он ретриком уже в 25 обычка может ходить. Сейчас у него там кто-то, кто-то еще ДК какой-то и сова какая-то, тоже 220-я. Ну, короче, все, плюсует в обычке, такой веселый, радостный. Не, ну я как бы, я, ну, без злого умысла его, я кикнул, просто добрал человека, один на замену, там сидел какой-то приз. А у него пукан горит, я его как бы обидеть не хотел. Ладно, короче, это такая себе история. Что значит такая себе? Историю не надо оценивать. У вас слота осталось. Да правда. Ну, он, типа, на это неинтересно, мне кажется. Почему неинтересно? Интересно. Вот ты представь себя на его месте. Вот ты такой, да? 200-й шмот у тебя. Вот представь, 200-й шмот, сова. Ты хочешь ее одеть, идешь такой. Смотри, весь трэш стоит просто вообще. Я вот здесь бегаю, а он стоит. Так он всегда стоит, как командир умирает. Даже на Сирусе. Ну и красава. Ну и только... я бы... Войдом не ходил бы в такие рейды. Да, все правильно делаешь. Только меня бы Войд, потому что меня в нем бы не было. Ну и правильно. Нормальные люди с Войдом не ходят, только калечные ходят с Войдом. Поэтому бывает. Хотя, может, был бы один раз, когда я бы его не знал бы. Меня взял бы в рейд, я поценил бы. Там уже дальше решал бы ходить или нет. Да там нечего оценивать. Вот только вот Суслятина все хорошо, но. Вот это писанина, типа, я уйду в другую гильдию. Это шляпа, короче. Ну, надо уходить, мне пофиг. Я ни за кого не держусь. Я за себя знаю. То, что я... Вот мне надо, я возьму и попаду в любую топовую гильдию, которая там есть. Потому что, ну, я просто могу это сделать. То, что я сижу в той гильдии... Кстати, гильдия, там, не знаю, Сирус, Старс. Не играйте. Сирус, Старс, Бич, Старс, Войд, Старс. Набирайте туда людей. Да не, никто нормально.
Что про твинов, кстати, верно. Заебешься одевать их. Не то, что одевать, ты будешь полгода, ну, сколько, месяца 3-4 точно ходить вагоном в моей обычке, блин. Чтобы накопить ОД на этот, на Т-10. Кстати, на Сириусе ДЦ нормальное оружие? Да все там тягивай. Там даже протовары лучше, чем протопалы. Там говорят, что там вообще гильдии без релов. Не, ну есть такие. Веселый рейд. Просто фишка, прикинь, чем вот мы обычку пошли 25-ку, и гильдия не может убить лану. Ну там ДХС не хватает, там 1-2 упали, там все не хватает жестко. И хилы не справляются, 4 хила, захилить не могут взлетку, падают люди. А там протопал, там 2 протопала. А у них сакра, понял? А на 2 минуты КД и на 6 секунд вешается, и на 20% срезает. А у протовара, штука, минута 45 КД и вешается на 12 секунд и срезает 30% урона. Так я спекнулся в танк и убили там, 2-3 трая и убили. Суслятинка без микрофона, блядь. Блин, микрофон себе не купил. Суслятина, возьми микрофон, 2 РЛ уже, блядь. Скажи, а какой там онлайн на сервере? Да большой. Не знаю. Потому что можно там РЛ, а если ты РЛ, то ты там бог, наверное. Ну, РЛ. Сказать, что бог прям. Ну, уважаемый такой человек, потому что там 95% нубов. Да везде. Уважаемый. Не, ну, блядь, так и есть. Да, уважаемый среди такого контента, как и Сириус, это же не зря. Ну, знаешь, там есть вот РЛ, которые не знают БКшный контент. Там, допустим, в Каражан пойдешь и вайпнешься там, потому что нихуя не знаешь. А в ЦЛК пойдешь и такой топ, ебать. Ну, мы вывозим чисто с лимоном из-за того, что мы ЦЛК и РС знаем. Самый ну, прикол... пора бы уже, да, 10 лет контента. Ну да, так-то я не спорю. Ну, там интересно, мне нравится. Блин, так, кошек, ты в Дискорде? Ковик или кошек? Блин, я наверняка не пойду, я уже спать пойду, я там и приехал. Спать пойдешь? Давай тогда, удачи. Угу. Смотри, ну все тяжкие, рейтинг выше, чем у Игры Престолов. Лол, ты пишешь какой-то бред. Дело в том, что ничего не добьешься, и добьешься через 2 года для меня, ну большая разница. Я не хочу ничего не добиться, я знаю, что добьюсь, но просто я не ставлю себе никаких сроков. Я могу, ну я не знаю, вот как я на этом сервере, на циркуле 10 лет посидел, так я на том могу спокойно 10 посидеть. Потому что, ну он будет, тот сервер, из-за доната. Какие перспективы открываются для человека? Мне пофиг на перспективы. Просто зашел, поиграл, ну интересно. Что-то собрать, там какой-то комплект шмоток. Про товары лучше протопало, вот это меня вообще радует. Ковик. Здесь, блин, не беспокоит то, что полу рейда, наверное, без дискорда. Кстати, у меня тоже грешок. Я и здесь на циркуле пиздил, короче, у танков, тринку на танка, когда ДДшником был. И там, короче, когда танком был, пиздил Скорпион у Фурика, который ДДшник был. Вот он дамажил с ним делал. Так что я тоже негодяй, честно. Я раскаиваюсь, понимаешь, я раскаиваюсь. Не хотел никого обидеть. Ладно, ждем. Да Иисус Лятинки за 12к сокет. Раз раскаиваешься. Лол. А мне он выпал с рулетки. И не на мейн пса Навара, а на ДКшника, который голый 200 ТМЛ. Я его в банк положил. У меня сейчас ни холодно, ни жарко от него. Хотя могу, в принципе, сделать 90-90. Так, Ковик, ты в Дискорде? Мелиска. Так, Ковик, смотри. Ты раздаешь кулаки, кресты. А нет, стоп. Подожди. Я сейчас посмотрю, прокачан у вас кулак или нет. Да ладно, слушайте, не очкуй.
Да, прокачанная у него. Все, тогда, я так понял, Мелиска каску раздавал. Ковик, раздавай кулаки, кресты. Можно приступать? Сейчас. Гранал заходить. Гранал рейд. Рейди. Так, тра-та-та, ты в Дискорде? Ставь тотем, это, как он называется, я уже забыл, тотем гнева на СПД, демона нет, Фредди. Акация здесь, Юн. Даю приступов. Все подтвердили готовность, Буди, начинай. Я не ожидал, что Суслядинка так заинтересуется категориями для детей, то есть плюс лет, плюс 8. Ладно, бой помощь. Любой нормальный человек бы заинтересовался. Тихо это. Понимаю, если бы пошли бы. Да. Уже не знаю куда. На Вармейл? Ну да. Ты понимаешь, мышление совершенно разное. Я не вижу смысла сидеть на звонке, который он стандартный. Ну ему реально много лет. Там новинка, там что-то новое. То есть, понимаешь, все карты. Что-то новое, там БК контент с мечом, контент вместе делали. Скажи еще БК контент, но я к тебе приеду, голову сам пробью. Одни из первых, да, есть, есть такая черта у людей, когда открываются сервера, они идут туда. Нет, так он давно, давнишний сервер, много лет уже. Мы просто сначала его калечным считали, я тоже его видел давно-давно. Ну типа наги, там думаю, что за хуйня, долбоёбы, думаю, а сам пришел на него играть. Она помнит, ставили? Все правильно, ты говоришь, ВК, ВИЧ, топовый контент, на котором больше всего людей играл за всю историю. Да. Дело в том, что ну, люди обслуживают сервер, ну, не отвечают на вопросы и на форуме, и помогают игрокам, то есть, ну, обслуживание хорошее. Ну, Вармайн то же самое, это не школьный сервер. Нет, не то же самое, там задроченный ВИЧовский контент. Я про обслуживание. А БК не задрочен контент? Там нет школоты, это европейский сервер. Так лол, там тоже школоты нет, там типы играют и выбегают по 40 лет. 30, которые... По 50. Ну такие, не, ну 50, ну такие возраст. Школа там... Там донатеры играют. Заметно. Не, ну там реально как бы придурки играют полные, там, ну, дебилы, дегенераты, ну, блядь, что поделать? Она играет, играет, я там походил недельку, по ПГере, ЦЛК 10 пособирал. Вот смотри, вот тебе вопрос, почему ты играешь здесь? Ведь на X5 будешь онлайн, обслуга лучше. Потому что на X5 нету знакомых людей. Вот. Я на Сирус пришел, тоже никого знакомого не было, там, соляна выкачал. Просто киданул деньги, тебе не важно, кто там туда, с кем играет. Туда перешли знакомые люди. Вот Лимон, Твиночка, там всякие разные. Банк, скрипись от танка, потанчишь копию. Туда перешли два человека, с которыми ты до этого вообще никак не общался, но с Лятинкой точно. Ну что, с Лятинкой только в рейды брал, кикал. Ну и на шмотку кидал, при ПГП обманул. Что еще? С Лимоном нормально общались, с Твиночкой тоже, ну еще до этих... Пацаны, пошли за Лимоном Лока через камень и заодно маму. Твиночка просто в кнутах сидела. Но она меня ненавидит, говорит, вот зануда, тебя когда-нибудь убью, говорит.
На X5 это полный отстой. Я бы там играл бы только с одним условием, если бы всю гильдию туда перенесли, скопировали. Это смысла нет там играть. Это же задроченная фигня. Ну выбьешь ты чешку 284, и что? Все. И ты не понимаешь сути. Я как раз понимаю, просто я не хочу одно и то же все повторять. Там хоть инсты новые открывают. Переписывают их под 80. Вот иди на бармейн, там нет бафов целых. Там нет никаких донатных херней. Попробуй убить лича. Блин, ал. Сейчас задрачиваться долго. В принципе, как и на Сириусе, так же. Там не только задрачиваться долго, там еще нужно людей подходить. Может, даже если... Может, этот сервер и умирает, но все равно... Не, ну раз вы играете, он не умирает. Видно, что вы леги собираете. Кто-то же сейчас находится в рейде, правильно? Они же все пусанули сюда. Значит, играют здесь. Если этот сервер даже закроют, там, где через 5-10, я не знаю, я на X5 точно не пойду, на Сирус точно не пойду, на Вармейн, скорее всего, не пойду. Ну, значит, у тебя такая, как бы, это, моногамная система. Так, чек на пол. Мишени с серверами. Блин, будешь основу танчить? Кто там у нас еще? А, Вуди. Первую копию, психопан вторую. Психопан, спекайся в танка. Максимум, где я буду играть, это если лича откроют офф, типа ванилы. Там я поиграю, или на БК. Смысл на офф играть. Офф лича не откроют. Ванилу же открыли, может лича откроют. Нет, не откроют. Это классик, а не ванила. Ванилу открыли только из-за того, что помнишь, сервак был раньше ванил. Как его называли, блин? Не переживай, там уже новости кидают про БК. Так, все готовы. Он красный был. Кто эти новости кидают? Не говорите ему про ванилу, а то еще минус один игрок уйдет. Ванила, наверное, это и есть классик, да? Да. Да-да, из-за ностальгии лучше начать активно с ванилой новости. Да не придирайтесь к вам, я же понял еще. Потому что там одновременно онлайн больше, чем на офисе. Двое сильнее страдания. Федор Сонкин вышел из сети. Еще в сходить после раз. Если не будете хилить танка, то не сходим, конечно. А конечно, если медики будут расходиться, это конечно, он расти не будет. Ну это уже другой вопрос. На Сириусе расходятся, кстати. Да понятное дело, что на Сириусе там не фулгирные танки. Давайте упадем. Если бы мы играли сейчас на Сириусе 5 КГС, я бы вам говорил, так, ребята, танчить босса вот в центре. Кто получает лучи, тот отбегает от босса, пока они не пропадут. Вот, держим постоянно дистанцию, я бы так. А здесь надо просто шаманом просто кастануть волну и прожаться там. Болтар не оставляет. Ну, кастанулась два раза волна по секунде. Просто дело в том, что прожимок не так много и не так часто они откатываются, что как вихрь откатывается у босса. Это да, блин, тут и вихрей-то особо много нет. Ну, за... то и дело, что вихрей... Там под вихрей, когда он вылезет, прожиматься. Ну давайте, а так, что-то идти можно. Будем сейчас дистанцию держать и отбегать с лучами. Будет не 99 стаков, а хотя бы там 45. Получим. Да, вот минус этого старого сервера, где просто зерган. А там я за 10 секунд, за 20 до берсы убиваюсь. Я на X5 апнул пала 80 левела. У меня не было КПДФа, 3 КГС, я пошел собираться в КД-стен, дотанчил до лича. Но Синдру не танчил, там другой челик танчил.
меня складывало за дыхание. Это уже X5 с они на полную. По крале встаешь. Ладно, давайте так бафаться, пока без него. И заснул, судя по всему. Но он еще на первом минуте отсутствовал. А, точно, да, он же без него, да. Чек на баф. Мы в одной лодке, пацаны. Мы уже когда повесили. Пазирковик готов. Да всем пофиг на ту работоспособность. Не знаю, не играл на сервисе, там имеется в виду, что люди low gas. Ну, начинал. Текстуры. Это знаете, это как есть фильм типа. Бля, босс. Блин. Типа старые фильмы есть, где спецэффектов мало, они беспонтовые, но они охуенные. Да, вот на X5 есть... там ядата тоже не работает, и поиск пути NPC тоже скачен. Люди же играют, правильно? Да, рейндж набрали все. Ну что, не видели, где все играют. Сбежали, чей? Сбежали, милики, разбегайтесь. 45 вижу, стаков на 84. Вы можете видеть. С раздвоением. Хорошо. Это был баг уже. Разбегайтесь с мечами. Видели, босс повернулся, кинул метки и кливом. Ой, не кливом, а вихрем задел. Это баг. Такое быть не должно. Пять мечей, рейндж набирайте, бегайте от босса. Процедной папа, отец, замри, все, замри, не двигайся, и он сейчас. И привели еще чуть. Ребята, вы багать их не умеете, что ли? Чего? Ну, багать не умеете. Не, мы не багаюзеры. Мы не жмем. Пожимайся на вихре, разбудит, как тебя. Мое сильнее страдание. Любим надхи. Давай рост, короче. Блин, это у меня холёный на последней фазе. Это мне стрёмно звучит. Дебаф. Вот. Сжигание, бежали от плюса. Ну и ладно, не обвиняйте меня. Ну, на боссе 5 стаков. А, танк умирает, два танка умирают. Господи, боже мой, зерга, тихо зерга. Гор выше гор. Фух. Все, мы убили самого сложного босса в этом месте. Здесь произошли страшные события. Вовремя ты пришел, однако. Так, блин, а зачем багать это боссов? Не багать. Нет, смотри, я в смысле того, что когда они вырастают, если танк остается на месте, то он просто останавливается, понимаешь, когда он уменьшается. Между танком и боссом становится рендж. И он не достает до танка. Он просто не. И что это дает тебе? Но он просто не идет к тебе, понимаешь? И он вихрь красует. Ну, просто чего тебя не... Так ты в курсе, что дамаг, который маленький босс дает, захиливается, а который большой босс дает по танку, он не захиливается. Но основной целью врага... Так что пофиг вообще, его идите боссы, которые... Забей, они не понимают. Я тоже не особо понял, ну ладно. Давайте бафаться. Я подумал о том, что старый баг, типа, забагать так, чтобы копии не появлялись. Не, смотри, когда он вырос, потом уменьшился, между танком появляется ранжа, босс к тебе не бежит, вихрем не достает, в мире не достает. В Дискорде обновление вышло. Босс тебя не бьет, короче. Старый баг, чтобы его станет, написали, что его починили. Ну, починили, и хорошо. Так, давай, Билин, будешь танчить, кулак, варом дай. Блин. Не говорил про пул, ну ладно. У меня маны нет. Кого нет? Контрабасик, ты гонишь, у тебя, смотрю, у тебя 15 маны, этого хватит.
это же не личный спидгейм. Все зарубится. Ты даже можешь сейчас не кастовать. Останешь уже победину, когда у него будет 5 стаков. Тогда ледяной кровь, может там где-то еще есть? Ого, там еще рейд есть, 25. Чего ворваться? Прожмись 5 стаков, а у вас дальше стена. Он не низко, если можешь, кинка поможет. Буравчик. Это в Дискорде Буравчик? Мне тип написал ПМ, хотя мне в моем рейде. А чё, куда все побежали? Ну, побежали правильно. Да я не знаю, куда... Чё вы там остаетесь? По старой тактике оттуда начинали, 2012 год. Там начинает от того дерева слева от босса. Ладно, там терпеть. Не, просто перебегать по краю не умели. Теперь... Ну что это, мы его под хвост будем бить? Кого ролит, это первое, второе, ковик, раздай кулаки всем по меликам. Хередис ролит на кота. Хередис там где? Ладно. Кто хочет, шаманы, кто хочет тему похилить? Ладно, наугад. Контрабасик. Килишь тьму, шаманю свет. Ковик, хилишь свет, а остаешься в свету на второй фазе с танком. Понял, Ковик? Напиши плюс, что понял. Хреново, что нас холипал какой-то странный. Холипал, ты здесь, Ковик? Напиши что-то. Плюс, минус поставь. Ты остаешься в свету с танком, ты понял? Хилишь свету. Отлично. Ставьте плюс, когда я вам что-то говорю. Мне не казалось, что я в стенку говорю. Теперь по пати. Сейчас я посмотрю, что да как. Так. Первая, вторая пати тьма. Третья, четвертая свет. Белень тьма, цепной отец, свет танч. Цвету диспелю я. Ну, давайте. Время немного на мамбу. Сейчас давай посмотрим. Ну давай ралли цвет, а фазира во тьму. Фазир, ты во тьме будешь. Окей. Стакайте раскол, кричите на хп хуй и все такое. Теперь давайте так, если кто-то по-глупому умирает, там лезвие заходит, под дыхание, там еще что-то, вы не ролите шмот, просто идете за льдом, это просто думаю честно. По отношению к людям, которые стараются играть. Нужно подойти поближе. Так, все подтвердили готовность. Белин, начинай. Кто эти звезды? Королевы, вы всех повесили. Что ты говоришь? Королей мира в 20 веке повесили. Король Гарольд Лейн. Дали потратить, сейчас будет метеор. Бежали. Уже, знаешь, глаз дергается, думаю, что там сейчас трэш впереди с нами. Я... Нет, кого неси.
Я метку вынес. Все, это, короче, анрол чешки. Посмотрите, что он делает. Этот же чарик не вынес метку на свете. Он не в дискорде, походу. Он уже... Я ему сказал, походу. Побежали, метеор. Оббегайте, лужу. Оббегайте. Заходите. Билин, заходи, Билин, заходи. Рейд, зашли. Ничего страшного, заходите, это не Гера. Заходите, вас прохили. Тут бегает, умирает. Я его кикнул, конечно. Не спорю. Ну, это не серьезно. Если бог предупреди. Ёлки на 7. Смотри, ты там тогда сейчас будет босс, и ты не двигайся, ты тебя не бьет, он может убить. Я просто частицу не сюда. Пойдет. Все, третий, четвертый выходим в свет. Знали. Ой, блин, конечно. Талию квадрат. Тра-та-та, давай рост. Антрабасик метка. А, блин, КД, не давай. Давай метка. У нас КД пока еще. Побежали. Метеор на танке, поворачиваем на рейд, брат. Дали. Ладно, сойдет. Сойдет, короче, ладно. Так и быть. Не обращайте внимания. Тактика по горе. Ковик, наноси метку. Я с тебя здесь пойду. Я пока святую не бит. Контрабасик, давай рост во тьме. Контрабасик, наноси метку. Блин, прожмись во тьме. Во тьме же есть рост, да? Да, да. Отлично, побежали, метеор близко, метеор, спасибо за это. Так, Ралли, заходи во тьму, домаш там. Извини, что без роста. Беги, малышка, беги! Давай, тра-та-та, рост в свету. Ти-ти-кака, ай-кака, неси метку. Будет метеор. Кто хочет свету, можете зайти в этим потомажи. Бежали метеор. Уже в рейде. Меня не диспейлит. Это не так. Я вашу ману завели. Ох, хорошо. Зачем ты тут спойдем? Чешка, господи, боже мой, ты же и свой. Ладно. Боты. Сейчас это танковский. А, подожди, кто на это мелик? Ты на мелика? А, я писал. Отлично. А там хочет, кто-то больше кинул. Кто хочет, заходите в гильдию. Пишите мне FPM, потом байты будет. Так. Шикинул, чувак, триндец. Чешка. Сейчас надо кинуть супер ролл. Что, никто не вролит, кроме меня, и пиздец. Я проебал. Полный пиздец.
бедного Кейса. Четвертая пати. Отдай Тлалоку, я на него роль. Ладно. Нахуй я вас брал, правда? Угу. Ладно, идем дальше. Перстень на хила.